Вера Матвеева. Ты научись все уметь, а не все иметь. Ты научись все хотеть, а не все иметь. Ты научись быть большим, но не будь как шум. Ты научись быть таким, очень прошу. Это все не для тебя, это для меня. Это все не про тебя, это про меня. Это ведь мне надо стать прибольшой-большой, чтобы и ты мог мне сказать все хорошо. Ты научись быть собой, не ломать себя. Ты научись быть со мной, не ломать себя. Ты научись сильным быть, но не будь как шум. Ты научись крепко любить, очень прошу. Это все не для тебя, это для меня. Это все не про тебя, это про меня. Если я стану такой, а как нужно стать, может, захочешь и ты небо достать. Это все не для тебя, это для меня. Это все не про тебя, это про меня. Елена Казанцева. Ветер чужой, оттого и холодный. Горе свое, оттого и болит думы мои. Нелегки, не свободны. Песня моя далеко не летит, думы мои нелегки, не свободны. Песня моя далеко не летит. Солнце взойдет, я увижу дорогу. Только бы не знать, что она в никуда. Только бы любить одинокого Бога. Только бы петь, как живая вода. Только бы любить одинокого Бога. Только бы петь, как живая вода. Спасибо. Ну, первая песня, это, так сказать, мы живем в горной республике, поскольку 90% моих друзей это туристы, альпинисты, лыжники. Поэтому вот родилась такая песня, так и называется, «Туристская». Кто-то ищет лунный камень, кто-то чашу граля. Ходят, бродят, рыщут клады, перерыта вся земля. Все заведаны глубины, но вдруг на дне морском. Вот тебе сундук с деньгами и в придачу крест Христом. Золотая лихорадка захватила всех без слов. У кого деньжат не хватка, но может и мозгов. Нам бы тоже деньжат неплохо, но у нас другой расклад. Мы с тех, кто на природе, не за бабки, а за так. Мы бродяги по призыванию, нам бы лучше по России пробежаться утром ранним и узреть во всей красе, как березка серебрится, как струится ручеек, как золотое солнце всходит и порхает мотылек. А еще бы с позаранку, с рюкзаком собравшись в путь, взяв гитару, провианты, ну и для сугрева что-нибудь. Целый день бродить с друзьями, как собака всем устать, но после на привале вдоль песни поднять.
беда, что дождик мочит буйную голову мою. Ветер треплет шевелюру, а я под нос себе пою. Впереди дорог немало, и дай бог их прошагать. Говорят, что мы придурки, но мне на это наплевать. Ведь мне другого и не надо, я б за это все отдал. Я роса, как бриллианты, а полевой цветок опал. Лучше всяких самоцветов для меня, мои друзья. И алмаз во 100 каратов, но и любимая семья. Песня, так как уже не так она давно родилась, в общем-то, большая часть жизни прожита, скажем так. Вот, и родилась такая песня, которая называется «Песня о душе». Однажды загляни безмолвно, откровенно, куда хоть раз и к вам врывались непременно, куда ко многим даже вломиться невозможно, а к некоторым надо стучаться осторожно. Там отражение мыслей наших и желаний, не сбывшихся надежд и разочарований. Как в зеркале нам все за то, что было стыдно, что было очень дорого и больно, и обидно. Пусть в ней в конце пути увидеть невозможно морщинок возле глаз, хоть быть уже им должно, и прядь седых волос, неровную осанку зато увидеть можно там совести изнанку. И пусть не верят скептики ее существование, но все ж она реальна, как и наше мироздание. Хоть трудно заглянуть в нее, но я смогу и струшу, и, может быть, спасу еще черствеющую душу. Ну, вот первая песня, я посвятил ее безвременно ушедшему товарищу моему, с которым в 70-е годы мы играли рок-музыку. Может, кто-то знает даже. Звали его Славик Цорьев, Пушкин. Прекрасный рок-музыкант. К началу жизни не могу я не вспоминать, сколько было парней отличных, кого можно друзьями назвать. Вместе пели и вместе взрослели, в трудном быте увязнув порой, но друг другу не надоели, не стояли за всех горой. А теперь тишина и печаль по безвременно вышедшим в дверь. Без возврата на сердце печать, вдали мне, мой друг, ты поверь. Даже если сомкнем мы ряды, пустоту не заполнить никем, горизонт закрывает гряду, за которую все мы уйдем. Много веков в пространстве любовь.
через много веков в пространстве любом. На краю мироздания через много веков. Стал переделан. А вторая песня о Цее, даже не знаю, как назвать ее, наверное, тоже «Цейский вальс», потому что несколько лет назад я впервые попал туда, и меня это настолько впечатлило, что буквально через 2-3 месяца она появилась. Музыка моя, а со словами мне немного помогли. Легкий шелест и ветер остудят всю мирскую горячку. Лишь ступлю во владенья, где ветви укрывают так бури спячки, где не может ничей громкий голос нарушить гармонию сердца, где могу обратиться я к Богу и увидеть дорогу, путь млечный. Не пройди, улыбнись каждой клеткой просто идущему мимо. Процеди печаль мелкой сеткой, отряхни с души серой пылью. Может, есть места где-то краше, как же связанные со вселенной. Это родины наши, родники любви нетленной. Те песни, напоенные запахом хвои, с кем хоть раз повстречался я в цели, все пронизаны верой одною. Не пройди, улыбнись каждой клеткой просто идущему мимо. Процеди печаль мелкой сеткой, отряхни с души серой пылью. Может, есть места где-то краше, так же связанные со вселенной. Это родинки, родины наши, родники любви нетленной. Песня Александра Розенбаума «Два билета на Манхэттен». Не встречают города диким гомоном, в них все меньше и друзей, и товарищей. Привокзальные цветы вечно сломаны. Слишком много стало нас, уезжающих. А где Берлин, где Тель-Авив, где Лос-Анджелес? На букетах дорогих капли горечи. А мне так хочется дарить тебе ландыши. Вот такая, понимаешь, история. Каждым летом два билета покупаю на Манхэттен, и один из них обратный не могу забыть. Беспризорный Невский город, садовет него узоры театра Мариинского. Беспризорный Невский город, садовет его узоры.
расписные туеса, колокольный звон и матрешки вперемежку с теляшками. Эмигрирует в Париж среднерусский клен из коломенской избы тети Башиной. Предлагали много раз люди добрые: оставайся, Владик, много места в Америке. И здесь, конечно, не в штанах, но тоже облако, и наш Гудзон не хуже вашего берега. И каждым летом на Манхэттен покупаю два билета, и один из них обратный не могу забыть. Беспризорный Невский город, сад летнего узоры и театра Мариинского. Беспризорный Невский город, сад летнего узоры и театра Мариинского. А недавно я в кафе встретил девочку лет 17 с небольшим. Как тебе тогда? Много съели мы конфет, было времечко. Да нынче горькому спешим, вот в чем вся беда. Как в последний раз танцует эмиграция за столами, что не пара, то трагедия. И твоя всегда чарующая грация замедлила взгляд мой водкой чуть замедленный. И каждым летом два билета покупаю на Манхэттен, и один из них обратный не могу забыть. Беспризорный Невский город, сада летнего узоры и театра Мариинского. Беспризорный Невский город, сада летнего узоры и театра Мариинского. И театра Мариинского. Театральные актеры и бардовская песня, сочинительство песен, то есть это вещи достаточно уже традиционные, то есть один из самых великих бардов Владимир Высоцкий был, сами знаете, совершенно замечательным театральным актером. И, наверное, театральное актерское творчество стыкуется вполне с этим жанром, поскольку, наверное, какая-то остаточные какие-то творческие накопления, которые не реализуются, да, в роли, они, наверное, находят свой выход в песнях. И потому песни, вот вообще наша дружба с русским театром, она вот не только то, что мы сегодня здесь. Уже вот больше года люди, которых вы видите вот там среди актеров, они с нами дружат, они наши друзья, они совершенно замечательные авторы и исполнители, в чем вы сегодня убедитесь. И вот первая наша ласточка – молодая тоже исполнительница и автор. Лолита, пожалуйста. Эти волосы с рыжим оттенком я рисую, но все же не смело. Мы же вместе, значит, мы целые. Мы раздельно кино черно-белое. Надо что-то сложить или вычесть, и получится что-то
красивое, но об этом потом. Я читала твои предложения, изложенные в стихотворениях. Я терялась в своих сомнениях, давая тебе обещания. Я смотрела в окно автобуса на людей, что шагают по глобусу. Я смотрела в окно автобуса, но об этом потом. Нравился между временем, между парами или пространствами, между чем-то родным, невидимым, только мною, увы, не разгаданным. Кино черно-белое, но тебя позабыть не сумела я. Спасибо. Ну, вторая песня, на самом деле, я безумно люблю поэзию Серебряного века. И мой один из моих любимейших поэтов Есенин, он просто навеял мне эту песню. Плюс ко всему, я обычно пишу песни о тех ситуациях, в которых я была, либо могла побывать. Вот это одна из тех ситуаций, в которой я могла побывать. Шли медленной походкой по аллее, и ты глядел им вслед завистливо, как ветер. Трепал ее причесу, стряхивая пепел. Он ей стихи читал Есенина, наверное. И ничего не предвещало в этот вечер плохой погоды и перемены настроения. Но вдруг ударил гром, и вечер покалечен. Она босая убежала по переулкам после дождя, который так прошел внезапно. И он остался с сигаретами в кармане. Они намокли, и ларьки давно закрыты. Все начиналось, как в красивой мелодраме, без продолжения, и мечты его разбиты. Они шли медленной походкой по аллее, в том самом парке, где теперь уже так людно. Стихи Есенина должно быть очень чудно. Им романтизма добавляли в отношения. И ничего не предвещало в этот вечер плохой погоды, перемены настроения. Но вдруг ударил гром, и вечер покалечен. Она как дура убежала по асфальту, а он остался с сигаретами в кармане. Они намокли, и ларьки давно закрыты. Начиналось, как в красивой мелодраме, без продолжения, и мечты его разбиты. Они шли медленной походкой по аллее, они шли медленной походкой по аллее, в том самом парке, где теперь уже так людно. Стихи Есенина должно быть очень чудно. Thank you.
дать. Мне нужна капелька света. Зачем в темноте умирать? Оставьте меня в тишине. Я буду ходить босиком по выжженным стеклам разбитых окон. По полу пройдемся потом. Вместо вас не поднимается в рай. Забудьте, что вы появились на свет. Быстрее уходите назад. Вам не понять удивление домов, квартир, что пустуют без них. Они превращаются в тир, там, где каждый второй патрон калаша оставляют для пули клуб. Вам не узнать о том никогда, генералы тыла и снов. Название клуба «Вертикаль», оно у каждого, вероятно, вызывает свои ассоциации. А вот первая песня – это посвящение памяти Высоцкого. Это, естественно, оно связано со словом «Вертикаль». Это жизнь – вертикаль, поэзия – вертикаль, памяти Высоцкого. Атмосфера звенела фальцетом машин, холст асфальта горел от натруженных шин. Перекрестки дорог, горизонта размах, нужен только рывок, но их сковывал страх. Колебался недолго маньяк-светофор, грянул выстрел прицельно и прямо в упор. Кто куда в рассыпную, вот стоит и нет. Тот, кто прятался сзади, заехал в кювет. Горизонт потускнел, но поднялся в цене. И за призрачный грош продавался вдвойне. Кто прорваться хотел, исчезал навсегда. Те, кто просто звенел, тем светила звезда. И принявший огонь на себя Мерседес слыл таким же, как все, но другим был замес. Тормозить он не мог, даже если б хотел, потому что цейтнот обрекал на предел, и лошадок его горизонт несло. Вот казалось чуть-чуть, и ему повезло. От земли оторвались колеса слегка, но не вынес мотор перегрузок рывка. А потом поднялись те, кто просто звенел, в дружбе вечной плелись, благо он не смотрел. Открывать стали вдруг за секретом секрет, только слышен вокруг звон реальных монет. Ты открыл нам дорогу для наших дорог, но возносит Господь тех, кто духом высок. Он вознес и тебя у последней черты. Разговор с ним не терпит земной суеты. Следующая песня посвящена моему другу, художнику. Но по большому счету такой художник живет в душе каждого из нас.
может быть, в большей или меньшей степени в душе людей, занимающихся творчеством, любым. Шел по городу художник, и не в шутку, а всерьез. Он ответ найти пытался на один простой вопрос. Почему, верша по жизни бесконечный марафон, в разноцветье мира люди видят только черный фон? Прошуршал по крышам дождь и с собой ответ унес. Лишь остались на асфальте отражения теплых звезд. А художник в светлых грезах в неизбывных снах витал, и с погодой, не смиряясь, чудо-город рисовал. Или то, что мы когда-то хоть на миг закончим век, будем все дарить друг другу только добрый теплый свет. Будем мы дарить друг другу только добрый теплый свет. Спою просто две песни. Одну грустную, другую вещь. Прочь и приходит ночь, и гаснут фонари, жизнь не длинна, и, увы, скучна. Со стороны ты посмотри и не говори всем, что ты счастлив. Жизнь одна, она и к чему слова? Ведь им не стоит верить, прошлых лет не жаль, радость и печаль. Тебе их ложью не измерить, и пред Богом ты будь откровенен. Жизнь ты рвется, жизнь не до конца, теперь живут смелее еще пять. Замкнется круг, и перейдешь ты в мир теней, и пред смертью ты правду скажи. День уходит прочь, и приходит ночь, и гаснут фонари, жизни не длинна, и, увы, скучна. Ты все ж добрался до сети, навсегда закрыт в этот мир двери. День уходит прочь, и приходит ночь. День уходит прочь, и приходит ночь. Приходит ночь. Вторая веселая называется «Горский ручок». Когда весеннюю морою выходим мы на пикничок, везде и всюду мы с собою берем дегорский коньячок. Под на солнце залитой поляной, под пение голосистых нот, как нежно зазвенят стаканы, гитара зазвучит в руках. Был бы попрямей маршрут, а если перебрал ты малость,
друзья до дому донесут под звон облупленной гитары. Когда еще бутылки есть и много сладкого нектара, и спальник с девушкой завесть. Конец имеет, из горы спустимся домой. Но если горы сердце греют, туда вернемся мы с тобой. И взяв любимую палатку, родной деборский коньячок, чтоб жизни вкус почуять сладкий, опять пойдем на пикничок. Перед этим вот я недаром затеяла еще такой разговор по поводу самодеятельной песни. То есть тут напрашивается еще такой вопрос. А может ли профессиональный композитор писать авторскую песню? Как вы думаете? Может, да. И тому много примеров. То есть особенно это хорошо видно в нашем кинематографе, правда? То есть когда Михаил Таривердиев пишет песни для «Иронии судьбы», и песни настолько естественно вписывается в этот жанр, что поначалу, когда вышел этот фильм, никто даже не подозревал о том, что автор этих песен именно Таривердиев. К чему я веду? У нас сегодня гость. Он профессиональный музыкант и композитор. И сегодня вот он нам готовит сюрприз в стиле авторской песни. Аркадий Царионский. Ну, сначала хотелось бы поблагодарить организаторов этого вечера, поблагодарить участников и вас, дорогие слушатели. И приятно осознавать, что не все умы еще поглотил этот шоу-бизнес, что есть еще люди, которые внимательно относятся к творчеству. Родился, само собой, в семье композитора и как-то вот песенному жанру, честно говоря, никак не тяготел. Все музыка, мне казалось, что звуками можно передать все эмоции, которые у человека есть, все настроения. Ну вот судьба занесла в конце 80-х годов в Питер и познакомился вот так близко с Юрием Шевчуком. Это дом Пушкинская, 10, колодцам, там художники, богема, рисунки, картины. Вот, у него был друг художник один, Жигулин, а он дружил с моим другом, художником Муратом Тибиловым, который сейчас во Франции. И так получилось, просто вот встречались за столом, общались, он под гитару пел эти песни. Я так как-то начал вот это все воспринимать совершенно по-другому. Песня для меня тут, до того же были какие песни про советскую власть, там, не знаю, там, про партию, народ. А тут я слышу такие песни какие-то душевные, интересные. И начал внимательно относиться. Ну, настолько был вот заряжен этим человеком, его энергетикой, что когда, особенно когда он рассказал эту историю про Александра Башлачева, вот как раз 40 дней прошло с момента его гибели. Я даже не знал, кто это такой и какое его творчество. Соответственно, потом уже приехал обратно домой и познакомился с такими произведениями, как Степан Грибоедов «Водовоз». Несколько песен слушал, так не все, конечно, но понял. Вот. И как-то я эту песню, кстати, не готовил сюда. Сегодня просто сейчас сидел и понял, что лучше исполнить эту песню. Это моя первая песня. И она даже практически вся, вот, можно сказать, под Шевчука. Ну, извините, конечно, так получилось, что. А тело словно из свинца, тяжесть сомнений сводит с ума.
под делом, и ты прыгнешь с окна, и ты допил свой последний глоток, и докурил свой последний бычок. Все, ты стоишь, закрываешь глаза, делаешь шаг и летишь никуда. Но что случилось, ты не упал, как будто кто-то тебя поддержал, и ты повис между небом и землей над удивленною толпой. И ты летел над родной стороной, бросая вызов тем, кто был под тобой, тем, кто тебя спотишка донимал, тем, кому ты почему-то мешал. Но вот кончается твой дерзкий полет, и ангел смерти тебя уже ждет. А те, кто видел, забудут тебя, что ты оставишь им после себя. Последний миг ты хотел вернуть, но невозможно судьбу обмануть. И на свадьбе останется след, кровью написанное слово «нет». Позволите, я тут все-таки композиторские замашки, аранжировки и тому подобное. Хоть каких-то инструментов еще добавить. Мало. Да, мало. По реке.
собой. Сейчас я хочу пригласить на сцену замечательно талантливую, замечательно красивую женщину. Говоря о ней, я с полным правом могу сказать, что вопрос с авторства, с теми песнями, которые она исполняет, вполне правомерен, потому что, когда Анжелика поет, такое ощущение, что она сама все это написала, сама все это выстрадала. Анжелика Тардельянс. Мне действительно очень лестно, что меня приняли. Ну, еще как бы не до конца, я еще не прописалась. Она еще не решилась. Она да, не... Мы ее давно уже приняли. Не решилась, потому что мне, ну, наверное, не хватает, может быть, смелости взять и что-нибудь написать. Но мне кажется, что настолько все сказано бывает в красивых песнях, а еще гениальнее слушаем мы с вами, правда же? Мы гениально слушаем, и если есть возможность, перепеваем по-своему. Вот хочу напомнить нам с вами любимого мною очень в юности и до сих пор Александра Дольского. Мне звезда упала на ладошку, я ее спросил, откуда ты? Дайте мне передохнуть немножко, я с такой летела высоты, а потом добавила сверкая, словно колокольчик прозвенел. Не смотрите, что невелика я, я умею делать много дел. Вам необходимо только вспомнить, что для вас важнее всего на свете. Я могу желание исполнить, я все время занимаюсь этим. Знаю я, что мне необходимо, мне не нужно долго вспоминать. Я хочу любить и быть любимой. Я хочу, чтоб не болела мать, чтоб на нашей горестной планете только звезды падали с небес. Были все доверчивы, как дети, и любили дождь, цветы и лес. Чтоб траву, как сталь, косой косили, на руках носили, не было бы болезней и войны, чтобы дружба не была обузой, чтобы верность в тягость не была, чтобы старость не тяжелым грузом, мудростью бы на сердце легла, чтобы у костра, пропахнув дымом, эту песню тихо напевать. А еще хочу я быть любимой, и хочу, чтоб не болела мать. Говорю я долго, но напрасно, долго, слишком долго говорю. Не ответив мне, звезда погасла. Было у нее немного сил. Мне звезда упала на ладошку, я ее спросил. Очень, очень нежная, настолько нежная и трогательная песня, ну... Вот с женским сердцем, с материнским перекликается на все сто.
Два мальчика на длинном берегу. Два юных существа, святых и голых. Восторг и ужас в них наводят волны. И ветер их сбивает на бегу. Огромен мир, и небо необъятно. И солнце друг, и море страшный друг. Оно несет, как жажда и испуг, неся волны и пенистые пятна. Мир бесконечен, время не течет. Что значит завтра, что такое вечер, не знает пятилетний человечек. И благу жить не воздает почет. Он солнце и вода, и само благо. Глаза как море, кожа как песок. Беспечный и пугливый полубог, не соизмеривший пути и шага. Два мальчика и больше ни души. А я не в счет, я нынче не природа. Я знаю химию земли и небосвода. И их судьбой, увы, могу решить. Слияние простора ветровод с их легким существом растает скоро. Они уедут в северный свой город и не заметят этот переход. Два мальчика на длинном берегу. Спасибо. А сейчас я хочу пригласить на сцену и автора, и исполнителя, потому что и то, и другое он делает совершенно замечательно. Он поет свои, поет и сочиняет свои интересные песни очень, и совершенно замечательно поет и чужие песни. Сергей Голомзик. Добрый вечер. За бумажку извините, пишу быстрее, чем запоминаю. Помощь небольшая у нас от Ани. Значит, я хочу вам две песни показать. Одна песня, написанная к последнему Цейскому вальсу. Три. Склероз. Я думаю, что вот на самом деле, позвольте, два слова скажу. На самом деле фестиваль, вот который, которым результатом стал вот клуб «Вертикаль», он уже выдал на гора такое количество песен по Цею, невероятное, что я думаю, что как только у нас наберется страниц 150, мы просто сборник издадим. 150. Песенка называется «Вальс расставания» и посвящена последнему, написана на последнем Цейском вальсе. Лежу в Алагирском кольце. Я начну вознесение горами. Здравствуй, Цей, здравствуй, Цей, здравствуй, Цей. Я другими горами не ранен. Кто сказал, что не видно вершин? Мы их чувствуем за облаками. И как сосны по склонам спешим к поднебесью большими шагами.
натурой земной. Быть прямым не всегда панацея, серпантином тугою петлей. Я привязан к подножию цея, научи меня, цей дурака, не сгибаться ни телом, ни тенью, головой попирая снега, а ногами прогретую землю. Сколько год у нас в сердцах и сердец у нас в запасе, я согласен оставить все здесь. Цейский вальс моют вальсом дожди, звон гитар сменит звуки капели. У помоста погаснут огни, мы опять столько песен не спели. Пусть хранят вас сентябрьские дни, среди зим в кутерьме межсезона, дарят цея целебные сны и сердечные капли с каздона. Сколько горб у нас в сердцах и сердец у нас в запасе, я согласен оставить все здесь. Виражок в Алагирском кольце, я покину твое поднебесье. До свидания, мой царственный цей, мы с тобой расстаемся, как с песней, на паркетах колонных дворцов. Среди оркестров и шумных собраний будет тихо капелью и снов мне звучать этот вальс расставаний. Спасибо большое. Ну, самодеятельная песня, она касается не только гор, она касается даже кухни. Я вам хочу песенку одну кухонную показать. Песенка называется «На приготовление горохового супчика». Значит, тема такая. Немножко пояснить. Дело в том, что первое время, когда мы здесь в Осетии работали, мы, уходя на работу, не знали, чем закончится вечер. Иногда просто билет был в кармане и приходилось срочно лететь в командировку. Поэтому два раза, у нас три раза была такая ситуация, начинаем суп готовить, а там ведь как, там утром горох замачиваешь, к вечеру он разошелся, а ты приходишь, гороховый суп готов, а ты в командировку улетаешь. И вот шок от этого был настолько глубокий, что родилось целый цикл песен. Я говорю, что это не первый раз было. Музыка Александра Иващенко, песня называется «Гороховый супчик». Уже пузырятся, чтоб утречком стать вкусным гороховым супчиком, который согреет нас с другом теплом, теплом и животиком вспученным. Будет супчик в меню нашем маленьком, вот по кухне поплыл аромат, и хозяйка в передничке стареньком все порхает вперед и назад. И рот наполняет густая слюна, хоть мы и откушали личненько креветок с шампанским приличненьким, и фрукты с массандровским винчиком нас лежат между кофе и блинчиком. Аромату внимая чудесным, мы уже ощущаем в заду, что 4 часа и по-честному внутрь себя загружали еду. А утром не ехать в кармане билет, далеко мой путь назначения, раз так не имеет значения, проквасится супчик тот весь без меня, или съест его кто-то с печеньем. Буду
кушать халву, пить поварию, буду тырить еду про запас, просыпаясь в ночи от сознания, что спускают мой суп в унитаз. Я сдам все билеты на годы вперед, чтоб снова не смазать с поездкою и вдаль не умчаться так резко мне, когда моя солнышко будет варить свой супчик с мясными обрезками. Я из дерева вырежу ложечку и салфетку хэбэ раскрою, аппетитом порадую крошечку, дорогую стрепуху мою. И будет лицу и губам горячо над краем тарелочки толстенькой, и буду я есть с удовольствием, а солнышко носом не ткнувшись в плечо, сопеть от любви и довольствия. Даже получился аппетит, честно скажу. Ну, ситуация случилась такая, что буквально на следующий раз получилось все то же самое. Поэтому песня, она более оптимистическая, как-то смирились уже с потерей. Вторая серия «Горохового супчика». Пора бы уже становиться мудрее, и, видимо, год не прошел просто так. Нас супчик гороховый больше не греет, мы скоро привыкнем летать натощак. Нас стало чуть меньше, мы стали грузнее, шипнет калькулятор на больным весам. Теряем, теряем мы легкость, а с нею друзей аппетит и любовь к чудесам. И нам остается вот эта дорожка, что к дому стремит сквозь любой рубикон, где солнышко длинной орудуя ложкой шинкует пико, мешает горох и шинкует пико. На запах летят самолеты, колеса шуршат и стучат поезда. Да разве же нету другой подноготы, которая всех нас так манит сюда? Не буду я повод давать ни на йоту, сказать, что стремлюсь я сюда, чтоб поесть. Крадусь к холодильнику в ночь перед взлетом, на хлеб мажу все, что могу чего есть. За все от решеток до льдина уйду в ароматах питья и еды. А если вернусь, то не хлебом единым, а сердцем наваристым с чувством пустым. Если вернусь, то не хлебом единым, а сердцем наваристым с чувством пустым. Спасибо. Даже возникла идея предложить Сергею сделать музыкальную кулинарную книгу. Раз уж такая пошла тема. 12 способов приготовления горохового супа. О, замечательно. Вы знаете, сейчас у нас небольшое внеплановое такое выступление будет. Я хотела пригласить сейчас на сцену нашего замечательного сочинителя, автора нашего исполнителя Мурата Еликоева. Почему говорю, что не плановый? Потому что, ну, так получилось, жизнь штука такая, бывают всякие проблемы. Мы давно не видели Мурата, и тут он наконец-таки появился. Поприветствуем его всем клубам. Он сегодня без своего оркестра, вообще у него репутация человека оркестра. Он у нас во многих конкурсах участвовал в России, везде получил большое признание. Ну, сегодня он камерно выступает, без своего амплуа такого. Камерное такое выступление. Ну, Мурик, сам скажешь. Добрый вечер. Спасибо. Очень приятно видеть много знакомых лиц. Давно не видел. Так, ну, спою. У каждого автора есть своя, как бы, песня.
визитка. Кто меня знает, тот знает, что это ставлю свечи к образам. Отчужденность к нам в сердца змеей пробралась и надолго. Не хозяйствовать осталось, отравила наши чувства, стало муторно и пусто на душе. Ставлю свечи к образам, Боже, помоги нам грешных, нас благослови, разожги огонь угаснувшей любви. Некуда стремиться, а морозы подоспеют. Кто тогда ее согреет, кто спасет? Ставлю свечи к образам, Боже, помоги нам грешных, нас благослови, разожги угаснувшей любви. Отрешенность в каждом шаге, в каждом взгляде, что нам делать? Подскажите, Бога ради, обмелел поток желаний, покоя от страданий и обид. Ставлю свечи к образам, Боже, помоги нам грешных, нас благослови, разожги огонь. Ставлю свечи к образам, Боже, помоги нам грешных, нас благослови, разожги огонь угаснувшей любви, угаснувшей любви, угаснувшей любви. Я надеюсь, он уже у нас будет во всеоружии. Вы знаете, всегда, когда мы делаем такие сборные концерты, когда мы пытаемся показать всех, конечно, бывает очень сложно мне разговаривать с авторами, у которых написано порядка, скажем так, 200 песен. Что спеть? Ну что спеть? Ну вот сегодня одно хочется, другое. Я хочу сейчас пригласить на сцену вот такого автора. Что он будет петь, не знаю, но я уверяю, что это будет хорошо. Валерий Попов. Добрый вечер. Вот. Я дождался в своей очереди. Ну, как говорилось, да, сегодня уже, что такое самодеятельная песня, да, и бардовская песня, авторская песня, это... Конечно, в первую очередь гражданская позиция. Ну, помимо гражданской позиции, наверное, еще это и какие-то истоки, и наши корни, от которых мы питаемся. И вот такая песня,
Мурат справедливо сказал, у каждого исполнителя есть такая своя визитная карточка. Ну вот, в принципе, эту песню можно, наверное, считать моей визитной карточкой. Солнце ярко светит детям, знать Ярила подал весть. Выйдут девки в хороводы, отойдут водой снега, и озимые поднимет всходы на полях Руси весна. Защебечут в небе птицы, лед поднимет и пойдет река, и сбежится вся станица поглазеть в окно райка. Выйдут юноши с венками, все черемуховый цвет, к красной горке там, где белый камень, выбирать себе невест. Чтобы в страстном танце слившись девок лобызать в устах, и Ярили Богу поклонившись обойти кругом куста. Защебечут в небе птицы, Лена к дому понесут сватья, и сбежится вся станица поглазеть на жениха. А на велик день у Боголесье три здесь сядут у костра, крашенки искать ровесь. Бежится детвора, будут песни веселиться, рядом мертвый и живой, чтобы в светлый праздник на границе обрести душе покой. Защебечут в небе птицы, раз на солнце сядет за любой. Щебетали в небе птицы, на деревьях почки зацвели, и справляла вся станица свадьбу неба и земли. И справляла вся станица свадьбу неба и земли. Ну и возвращаясь, да, к тематике, если так посмотреть на жизнь, у нас не жизнь, а сплошная философия. Философия – это очень смешная наука.
Вот такая попытка осмыслить восточную философию. Я опять иду по крыше, может выше, может ниже, а навстречу Харе Кришна это слишком. Он вокруг меня витает и к нирване призывает. Я иду по крыше к краю и не знаю, что мои ходики стоят. На них поломан циферблат, а стрелки выпали давно, кукушки нет, но не подозреваю я о том, что... Наша жизнь, пардон, хорошая такая. Я опять иду по крыше, может выше, может ниже, а навстречу дядя Паша с манной кашей. Он сантехник и электрик, кровельщик и эпилептик. Он срывает руби, роет, матом кроет. Все, что движется в пространстве, тонет в суете и пьянстве. С четверга по понедельник я бездельник. Ведь мои ходики стоят, на них поломан циферблат. Стрелки выпали давно, кукушки нет, и не подозреваю я о том, что наша жизнь, пардон, идет за хлебом и вином. Церковь как будто в гастроном, а политический олимп спокойно спит, и не подозреваем мы, что люди в принципе, пардон, хорошие такие. Выше кот на крыше, Харе Кришна еще выше. Кто там из балкона вышел, я не слышал. Дядя Петя взял кофейник и набил ему сопельник. Выпил водки, съел селедки и зачетки. Дядя Паша выпил рюмку и гоняет кошку Нюрку по заплеванной квартире, словно в тире. Лишь один Андрей страдает, ни черта не понимает. Как же так? Да по водице так же можно утопиться, в руке его синица. Пусть мои ходики стоят, и пусть поломан циферблат, а стрелки выпали давно, кукушки нет, но все же точно знаю я о том, что наша жизнь, пардон, хорошая такая. Утром рано утонул на дне стакана, вот тебе и вся нирвана без изъяна. Брахмапутра физкультура, камасутра дзен-культура, только русская натура вам не дура. Спасибо. Удивительно, когда приезжаешь в Владикавказ, погружаешься в какую-то замечательную ауру. Вот. И живу я в Ставрополе. И в Ставрополе тоже есть, конечно, и бардовские клубы, даже несколько бардовских клубов. Да? Вот. Но однажды я приехал сюда, и ребята повели меня вечером в кафе. И это вот как раз Пушкинский клуб, потрясающий. Пускай будет Пушкинский. Я думаю, что если мы назовем его Пушкинским, он от этого совершенно не проиграет. Правда? Пушклуб. Вот. И поскольку того человека, который называется все-таки Пушкин, да, насколько мне известно, это он музыкант. Мы совсем согласны. Отлично. Отлично. Вот. Ну, и вот. А потом еще я попал в одно кафе. И вот вдруг я понял, что существует вот Владикавказ, по которому мы ходим, а существует Владикавказ такой андеграундный, да, вот вечер. И однажды я прочел, что Владикавказ, очень много городов сейчас говорят, что мы там, Париж на Кавказе. Я вдруг
осознал, что как раз Владикавказ и есть такой город, Париж на Кавказе, да? И, ну, наверное, вы знаете, что до революции так и считали, что Владикавказ... Для этого есть очень много причин. Сейчас, конечно, непростые времена, но я очень-очень надеюсь, что то, что вот этот дух живет, и он даст возможность действительно по-настоящему, да, стать этому городу вот таким, каким мы считаем Париж, да? Город мира такого, город культуры, город духа. Если ты... Это город мира сразу, да? Если ты еще не спишь, покажу тебе Париж. Это мой теперь, ты зришь город, и Монмартр видно реки, пусть не столько глубоки, и сознанию вопреки горы. Из ночных размытых форм для Парижа это фон, там теснятся по краям небоскребы, ночная суета, и, конечно, где-то там башни Эйфеля горят, ребра, а ноябрьский туман шепчет тулочка шарма, и прохожие с ума сходят, а ночные кабачки, как морские маячки, открывают на звонки своды. И вплывает словно сон джаз, классик или шансон, плетеный сквозь музон, тихий гомон и высокие низы, шум частот многоязык, и для слуха моего он знаком. От бульвара до реки спуски здесь недалеки, по мосту, как моряки вместе, ты увидишь, скажешь, да, это башня Нотр-Дам, только купол устремлен в месяц. Я закончу свой рассказ и скажу, Владикавказ, вернешься до сна, но не сразу. Кончит свой ответ небоскреб, столовый свет, мой Париж другого нет. Вся моя жизнь, она связана с Кавказом, здесь у меня очень много друзей. И вот Аня говорила, каким образом вот рождаются вот, действительно бардовские песни новые здесь. Кто-то говорил о том, что все уже сказано. Но жизнь продолжается, и очень много новых каких-то проблем, переживаний. И если ты относишься к этому как к своему собственному, как участник этого процесса, то, безусловно, тебя это трогать не может. Не трогать не может. И поэтому, вот сколько меня сейчас здесь связывается, очень много друзей моих пришло из социальной одной организации. И вот все, что связано с ними, очень много за это время в различных программах, в «Орленок» поехали, там, естественно, центр «Орленок». А какой должен быть «Орленок»? И вот тогда возникает проблема, вопрос. Вот здесь Луиза, Лиза Муртазаева, сейчас я просто хочу сказать, может быть, она даже и не слышала эту песню, но она касается всех, понимаете, всех. А в Орлен ни пеленки, ни клеенки не нужны, потому что здесь силенки и закалки здесь важны, потому что здесь другие развиваются черты, на весах такие гири,
чтобы знать, что стоишь ты, чтобы знать, что стоишь ты. Например, когда ненастье, не скулить, а устоять, посчитать себе за счастье, спорить право отстоять. И когда наступит время, вдруг приблизится беда, ты как рыцарь ногу в стремя и готов сражаться, да, готов сражаться, да. А еще, когда страной управляет незаком, у орленка сердце ноет, потому что сердце мон. Потому что знает точно, что вредит его стране, и завод ни днем, ни ночью не оставит в стороне, не оставит в стороне. А спросите про наличность, не нырнет за кошельком, ведь в цене не деньги личность, с этим каждый здесь знаком. Он знаком, что каждый рубль добывается в труде, ну а труд, хотя и труд, дан прожить недаром день, дан прожить недаром день. А еще наличие скромность, как визитка на лице, потому что здесь не скроешь, а другим ни смысл, ни цель. И в селениях отдаленных, где бы ему после ты, скажет этот вот орленок, в нем орляцкие черты, в нем орляцкие черты. И поэтому, дружище, для себя и для людей должен знать, что нету выше звания этого нигде. И в селе, и неважно, сколько прожил, нам нельзя с тобой забыть. Быть орленком очень сложно, очень горько им не быть, очень горько и не быть. И потому что здесь другие развиваются черты на весах, такие гири, чтобы знать, что стоишь ты. По-хорошему прямо, словно лишняя вода, и спрошу об этом прямо, хочешь быть орленком? Хочешь быть орленком, да. Хочешь быть орленком, да. Хочешь быть орленком? Спасибо. Вот. Ну, а поскольку вот здесь сейчас вот другой проект, он связан с развитием добровольчества. И вот бардовская песня, для меня, например, ты спрашиваешь, говорит, что для тебя бардовская песня? Я сказал, знаете, это продолжение моей деятельности. Вообще, это мой ресурс, которым я оперирую. Вот не потому, что тут ходишь и говоришь, я бард, я там, Это не для чего. Это практически, если ты подумал, что ты написал песню, то ты погиб как автор. Это абсолютно точно. Потому что, наверное, как все богодуховные, наверное, книги, здесь тоже, собственно говоря, ты слышишь или не слышишь? Ты для чего пишешь? Для того, чтобы все подумали, что ты красив, или ты что-то хочешь сказать. Вот. И вот здесь родилось движение такое потрясающее. Сейчас я вам спою эту песню. Шлем народу планеты послание. Есть такая страна, добрала я. Может быть, удивит вас вопросами, что равны в ней дети взрослые. Добрый дух над страною парит, ты на горы ее посмотри. Если есть у кого-то желание посетить ту страну доброланьку, приезжайте, увидите, ахните, что сердца для друзей в ней распахнуты, льется добрый порыв изнутри. Ты в глаза добрала, посмотри. А когда, укрепившись во мнении, что желание рождает уменье, вы поймете, что с добрыми планами по пути вам идти с доброланами,
сердце факелом ярким горит. На друзей добрала, посмотри. Вот. Вот. Здесь вот видите, вот, говорили о цепи, да, о том, что вот это еще одна песня «Цепь», потому что в цепи появился новый слет добровольцев, который называется «Добролами». И я вас уверяю, собственно говоря, он несет самые потрясающие вещи, потому что там нет конфликтов между осетинами и ингушами, там нет воспоминаний о том, что война там и кто-то там по разные стороны баррикад, потому что у всех детей, которые туда приезжают, там нет чувства такого обиды, а есть чувство понимания, что у нас общий Кавказ, и что его очень-очень нужно, за него нужно отвечать и делать, и у него очень-очень много проблем. И поэтому вот проблемы эти, конечно, они должны нас вместе соединять, для того, чтобы, не знаю, существует ли там бардовские движения в общей большой России. Конечно, существует, что-то мне нравится в ней, что-то не нравится. Но у нас есть наш Кавказ, и есть свои приоритеты. Как бы я обустроил Кавказ, если было на то полномочия, я б традиции горцев и прочих, те, что делают лучшими нас, чтоб, приветствуя старшего, встал, невзирая на статус и внешность, для детей предоставил, конечно, самый высший над всеми пьедестал, а художникам дал бы творить и убогие наши жилища, словно плечи расправили крыши, чтоб людям блаженство дарить, и в такой пейзаж их вписал, где бы горы, как белые крылья, над домами бы вечно парили, зазывая в полет к небесам. Я бы свет не устал добавлять, но из памяти черпал вчерашний, из руин поднимались бы башни, чтоб собой весь мир удивлять. Я бы женщине счастье отдал, то какого бы она пожелала, чтобы рабство постыдное пало, навсегда не оставив следа. Я бы веры твои укрепил, и сроднились бы месяцы старц, и другие бы веры врастались, от вражды не оставим и пыль. Я бы реки твои воскресил, и по руслам как будто по жилам воды чистый путь проложили, словно кровь прибавляли бы сил. Я бы твои языки изучил, и тогда бы паучкам узким каждый вышел бы к площади русской, или шел бы от площади русской, и к познаниям ключи получи. Все, что делали лучшими нас, если б были на то полномочия, я б традиции горцев упрочил, и вот так устроил Кавказ. Петь «Кавказский край» – такая песня, которая вообще это часть моей жизни, потому что вот начинал я заниматься тем, что писал диссертацию. Как раз она была посвящена Кавказу. Вот. И ну, проходит время, и появляется новый Кавказ. Здравствуй, мой Кавказ, мои родные степи, альпийские луга и горные хребты. Я возвести хочу тебя в такую степь и в ту величину, какой достоин ты. Я вновь несу тебе свои мечты и мысли, я окружен твоей волшебной красотой.
садом, но сниз пошли тропу к твоей глубокой выси, чтоб я поведать смог, чего не смог никто, и я пойду по ней, чтоб привязать мгновенье и слить свою страну. Чайня и труд, чтоб мой Кавказ обрел свое благоговение, как молодой казак, проснувшись поутру, как молодой жених, проснувшись поутру, чтоб песня полилась во все твои ущелья, чтоб тетиву свою ослабил грозную, чтоб получили все прощение от отмщения, и каждый получил по легкому крылу. Летайте в небеса, любуйтесь и влюбляйтесь, дарите свой постой Кавказу моему. И каждый божий день душой улыбайтесь и воздадите те все должное ему. Бог, здравствуй, Бог, Кавказ. Пригласить весь клуб на сцену, пожалуйста. Заканчивается наш замечательный вечер. Раз есть? Все кончается, кончается, кончается. Не два качаются пирог, фонари. Да запрощаются, одна улыбается. И так все ясно, слов не говори. А голова моя полна бессонницы, полна тревоги голова моя. И как расти не может дерево без солнца, так не могу я жить без рам, друзья. Спасибо вам, не подвели, не трогнули, и каждый был открыт таким, как был. Не короткие за сердце тронули. Спасибо вам, прощайте, добрый. Разберемся и по улицам, оденем фраки и закружимся в судьбе. А если сердце заболит, простудится, искать лекарства будем не в себе. Мы будем грузиться, но, наверное, не загнемся. Не заржавеют можно скрытые клинки. И мы когда-нибудь, куда-нибудь вернемся, и будем снова с вами просто мужики. А все кончается, кончается, кончается. Едва качаются перо и фонари. Глаза прощаются, долго изучаются. И так все ясно, слов не говори. Спасибо вам.